Хотите завести попугая? Тогда мы идем к вам уничтожать вашу квартиру. Шучу, не идем, но я вам сейчас расскажу и покажу, что же Ричи уничтожил у меня за 3 года, чтобы вы знали, к чему вам готовиться. А также вы должны понимать, что не все такие попугаи, но большинство. И у кого так же, как у меня, напишите в комментариях. Итак, цель номер 1, которая подлежала уничтожению, это кнопки ноутбука. И он с ней успешно справился. 4 кнопок нет. К ней также прилагалось уничтожение на колесике. В общем, all inclusive. Итак, целью номер 2 были мои сумки. 1, 2. И вот на ручке 3. Вот он. Виновник всего этого. Дальше, цель номер 3 – это перфорация моей летней одежды. И вот так у меня все футболки и майки летние. Цель номер 4, которая подлежала уничтожению. Сейчас ближе покажу. Это кухонные стулья из кожзама. Вот они. Теперь эти стулья выглядят так. Все. Все 4. Вот так вот. Цель номер 5 – это тюль. Теперь она тоже такая же перфорированная, как и мои футболки и майки. Сейчас покажу. Вот у нас вблизи это тюль. Вся в дырках. Вот такая красота теперь у меня. Ну и, конечно же, самая любимая Ричина – это чехлы. Это я уже показывала. Это вся моя коллекция. В общем... Все, нет ни одного целого. Зачем тебе эта тряпка сдалась? Ричи. И это все только из того, что я сейчас вспомнила. На самом деле, больше я просто уже сейчас забыла. Надо вспоминать и искать вещи. Ты зачем это все мне понаделывал? Кто делал Шкоду? Кто делал Шкоду? Кто делал Шкоду? Что ты прислал к этой тряпке?